катапульте. Значит, как все мочилы здесь так сделаем, зайдем. Почему нас не верят? Не хилили. Так вы помните? Как вообще? Какая вот так получилась? Возможно, надохнул. Подождите, а что это? Диски-то эти летающие появятся? Нет? Да, появятся. Вот только те, кто умерли, наверное, уже не сделал. Ты тут первый раз? Там в любом случае все за раз не сделают. Не слушал я еще людей с легендой. Умничай. Давайте. Вы скромно сейчас видите? Кто знает, что здесь делать? Посадите, что там смотрите. Ты же главное вовремя спрашивать, слава. Там, короче, искры летают по бокам. Надо притягивать, разбивать, не дома капать. Мы в искрах стоим. Стопните дома, что вы делаете? Да, не бейте босса, там вроде сейчас... Искры, блин. Вот, появились мобы, ставлю меточки, кого бить. Кружок первый. Все бьем кружок, бейте только меточку. Вот эти мобы, которые вниз спустились, их надо убить. Милики убиваем. Милики, сбейте их, оставите диски, садитесь на диски и добивайте тех, которые летают. ШПшки не добивайте, оставляйте по 10%. На эти диски нельзя сесть, они красные, надо убить чувака на зеленом диске. Да, на летающем диске. Это кружочек. Кого мы будем сбивать? Ну, вот кружочек падает диск. Сейчас смотрим. Кто летит? Ну тот, кто охеренно быстрый. Вот пока мы вот этим охеренно быстрым пацанам сделаем мочилу, то он сам не попадет. Ну поставь давай метку, подобьем. Румбик подбивай. Ой, блядь, вставайте. Сфера, заходите быстро. Заходите в сферу, чтобы не получать дамаг. Выбушенный. Еще один диск полностью убили, чтобы человек другой замес. Не надо его ассист. Ты думаешь, это как-то нам поможет? Ну, она в прошлый раз не отлетает. Смотрите, вот я ставлю... Где, блядь, фриск этот летает? Че он в другой стороне? Слышите, ребята, кружочек... Я не слышим тебя. Кружочек полностью убейте, а ромбик подбейте. А хера нам полностью его убивать, если там человек летает, нет, убьет? Да заткнись, блядь. Он сейчас метку собьет, видишь, их двое уже летает. А хера нам еще сбивать? Может, вы перестанете, кто-то один будет говорить. Спать. Алина, там два человека летают. Зачем нам сбивать, которые внизу стоят? Че, почему что? Я же читаю, блядь. Кто ты читаешь? Смотрю, что кто за вами, что такое агрессивное? А ты что такая агрессивная? Мы тут ходили, делали, все нормально. Пришла ты, что-то тактики свои рассказываешь постоянно. Да. Готовы было им тактику, когда делать ачивки. Хуя, все, завали или ебаник. Своим ачивкам? Я, по-моему, с тобой нормально разговариваю. Давайте потом поругаемся. Собочек начал въебываться. Стратег, блин. Ну да, стратег, побольше уж тебя точно. Да, ребята. Вон еще лежит, стоит. Поставьте админку. Поставьте админку, кто там нет. Если хотите магии Азерота, то вы ее получите. Пойду попробую диск взять. Против кого админку? Против админов? Я пережу. А, так тут трэша уже нету, падать можно, да? Я правильно? Давай. И что, из 8 дисков, короче, 2 человека сделали. Нормальная тактика, заебись. Потому что, блядь, метки надо расставлять. Тихо, давайте сейчас сделаем. Может, потому что должны бить те, кто летает на дисках, а не те, кто внизу стоят. А что вы думаете? Нет, ты дурачок, давайте. Просто дурачок. Давайте сейчас. Нужно подбивать до 10%. Красную стрелочку такую спрыгнуть написано. И зайдем в инст еще раз. А, и скажите мне, я нубас. Что там люди попадали? Дыхание там или что это было? Да, ты нубас. Не знаю, что я нубас. Не ругайтесь, пожалуйста, ребята. Ну это ни к чему. Я хз, что он начал с меня агрессировать.
Ребят, смотрите, просто кто бьет снизу, РДДшки помогают, не вешайте доты. Добивайте, ну как глыбы, не знаю, на синдре до 10% без дот, точечно. Кто там и оставляем 10%, не вешаем доты. Спрыгай. И те, кто на диске летают, они должны нанести просто конечный удар последний по диску. Тогда получат ачивку. Прыгайте с драконов, ебали. Спрыгивайте с драконов там. Финя, он ачивку делал, интересно. Кто? Ну, кто видно. Когда мага хватает, вроде как. Нет, не сделал. Смотрите, если кто забагался, можно релогнуть и отпустить, если нельзя сдвинуться с места, бывает. Он просто понял, что это пиздец какой-то. Есть листы, где? 8 дисков, значит, там, да? Получается, сколько людей могут сделать? Диск же не активный становится, когда с него человек уходит? Активный. Нет, не активный. Нет, он активный. У нас нет, не активный. Нет, блять, он активный. Тут один убивает. Нет, на нем взлететь нельзя. Я вот спробовал. Взлететь на нем нельзя, но можно с него убивать РДДшкам все равно и будет засчитывать очки. Он перемещается, но не летает. Пусть, короче, первый садится милик какой-нибудь на диск. Вот. Летит, убивает, дальше РДДшник садится. И уже пешком на этом диске бегает, тоже убивает. Вот так вот можно делать. Значит, как, значит, нужно один диск сбить, и потом 7 ачив можно сделать, правильно я говорю? Да. Если никто не будет бить их просто так. Так, давайте теперь нажмем нет, кому нужна ачива. Кому нужна? Да, да. Значит, я в 6-ю и 8-ю группу перекину. В 6-й будет 5 человек, и в 8-й 2 человека. Это те люди, которые будут сейчас делать ачиву. Ой, блядь, ребята, у меня исчезли крестики эти. Давайте еще раз нет нажмите. Нажмите, пожалуйста. Нет, кому ачива нужна. Я, блядь, найти ее не могу. Как она называется? Назидание потомкам. Так, значит. Так, три тут. Я дам вам шанс. Присягните на верность мне, и, может быть, я не уничтожу вас за вашу наглость. А не, надо сделать. Тебе коров надо, да? Да. Так, 6-я и 8-я группа — это люди, которые будут делать ачивы. Первый диск, который вы собьете, сяду я. Вот. Потом все вот эти РДД. Так, давайте чек на пул. Всем, кому нужна, просто сейчас мы сделаем людям чего, вот идем и сделаем мало. Ты нас так перенес? Там хилы-то захили? А что это им помешает? Не знаю, у меня же ставилась 8-я группа, не отображается, например. Не знаю, если что-то надо поменять, не скажете. Виталик. Запускай Олимпа. Значит, сейчас, меточку, которую убить надо, я поставлю. Остальные, ну, до 50 подбивайте без дот. И будем бить потом по очереди. Первый диск сажусь я. Второй там назад. Ставить метку, которую будет ШП, Волка и Сиена подбивать. А добивать будет чужой кузовичный. Не ругайте, пожалуйста. Никто не умирает. Товар какой-то крикните, блин, на ХП. Но мы сейчас все равно будем умирать. Зачем тебе бафы? Можно запускать, Слав? Да, конечно. Алинка, ты слышала? Будешь говорить что-то. Да. Но если какой-то уёбок не будет мне орать, тогда поставлю. Ебало завали. Лайф, ну давай потом. Напугаем товаром. Курица малолетняя. Да,
пулемет. Смотри, американ. Смотри, варга. Где кого-то может было повешать? ДК вин трилы, которые притяни, если увидишь из помощи. Только не в Малигоса ее, а то он расхватит. Малигос, не Малигоса, блин. Я вообще не понимаю, что происходит, ребята, или просто не знаю. Он схватился. Нормально. Всегда так или сыграй. Не, ну правда, если этот не было. Как не было, там уже были. Это не с ним. Где вы, блядь, не видели? Вроде 50 прикол. Смотрите, а сейчас никто не умирает, почему? Тут раз славит под дыхание, попадает. Вставай. Вставай, какой. Ой, а что сейчас могут появиться? Внимание. Внимание. Не бейте, просто там переходка же была. Так. Ставлю кружок. Кружок убить. С него упадет диск, сяк я. Потом маленько пустит. Внизу милики бьем вот этих нижних. Заодно в круги забегаем, чтобы по вам. Че, я посмотрю, кто туда сядет. Иди садись, вон валяется диск. Полетел. Ну, я охраняю, давай. Спасибо. Ты тормоз, конечно. Алинка. Давайте, ребята, трусики поставила сейчас. Ну, трусики поставила, бейте до 30% все. После 30% будут только шипешки. А звездочку, ребят, звездочку разбейте полностью. Один миник еще сделаю. Звездочку полностью разбейте, а трусики до 30%. Остальные меточки вообще не бейте. Все, уберите, еще... уберите трусика, что вам стоит. Все, трусики не бейте, все не бейте. Красава. Идите, садитесь на слайд, да, печеньку и разбивайте какую-нибудь звездочку. А как слезть, как? Кто съел? Смотрите, поставила трусики, тоже добивайте до 30%. Звездочку бейте полностью. Не вешайте доты на них. Не бейте. Переношу обратно. Вагоны, блядь. Ромбичек, ребят, тоже до 30% бейте. Ромбичек и трусики до 30%. Остальные пока вообще не бейте. Где твой? Еще ромбичек. Трусики бар. Подбейте немножко. Какой-то. ШПшки подбейте трусики немножко. Можно без уменьшительного скальпинга? Трусы. Труселята. Еще один. Все есть. Все, не бейте трусики, не бейте трусики. Ну почему маску не сделать? Я его даже не переносил. Да. Все, ребята, остальные меточки до... Вон диск еще валяется, может кто-то сесть. Два диска лежат, берите. Сейчас я вас обратно раскину. Не бейте звездочку. Все сделано. И убили. Последний тоже. Всех убили, да? Нет, еще один есть, трусики. А, ну давайте, какой-то делал ключик. Все, снизу, не бейте снизу. Раз вы хотите магии Азерота, то вы ее получите. Все, выходим там, вайпаемся. Нажимаем стрелочку красную. Сил находящихся здесь хватит, чтобы разрушить этот мир 10 раз подряд. А что вы думаете, они сделают с вами? Стрелочкой мышки. Вот этой перчаткой. Курсор. А кому еще надо? Вот, а теперь кому надо, нажимайте нет, пожалуйста. Кому еще ачивка такая с дисками нужна?
Почему не наоборот? Блин, я запутался. Даже не спрашивай просто. Не поддается законам. То есть, кому надо, жмем нет, а кому не надо, жмем да. Блять, что? Я смотрю, кто-то сделал ошибки, решил поливать. Все правильно. Очень не 20 здесь убьем. Так. Быстро не сделай. Шаманы, блядь, хил поливало меня. Давай шустрее, сейчас еще ссылка надо жить, блин. А ты кто такой вообще? Я буревестник. Вы в первые, ребята, две, которые собьем эти меточки, туда миники садитесь, вот трусики, звездочку, которую первые мы собьем, пусть миники садятся. Тут РДДшки позалазили все. Ну вот, короче, вся часть. Вадим, два взрыва. Им надо сделать. И в пятой группе там филипец и другие вроде. Не, ну сейчас там надо... И ничего не надо. Пятой ничего не надо. Ёлка и Селена, спекнитесь, пожалуйста, похилите. Она, по-моему, все равно не поняла, что на сферах засчитывается. На дисках точно. Блядь, ты дурак? По-моему, ты тупая. Ты знаешь, как... Ты послушала, что тупой? Тебе сказали, что сбивает первый миники? Диск, на него садится мелик. А он сбивает второй диск, садятся уже два бить? Человека, скажи, и двоим засчитывается. Как миники будут бить... Ты можешь меня послушать, нет? Которая не летает. Можешь ну, меня что? Послушать, нет? Ну? Можешь? Сбиваем первый диск, на него садится мелик. Он летает, убивает. Потом два человека садятся, они сбивают следующих двух. Потом четыре садятся. Ты можешь посчитать это, сколько будет? Я пытался, сбился. Блять, это... Сложно, я тебе говорю, да? О том, что если сядет миник на первый... Ну ты понимаешь, что следующий диск, который сбивает, он летает. А на первом диске может летать РДД, который ему не обязательно летать. Он может земли подбить. Ну, я говорю, что первый сбиваем полностью два диска. Два диска мы сбиваем. Пусть на них двух и сяду сначала миники. Зачем два сбивать? Зачем два потому сбивать, что, если посмотри, первый может сбить второй? Блять, посмотри, сколько... Мы теряем одну ачивку, посмотри. Мы тут, блять, время теряем. Ладно, тут и так уже народу минут. Мало осталось, как нужно ачивку. Запускайте, ебан в рот. Мне кажется, когда мы вас слушаем, мы время теряем. Давай, Алинка, запускай. А включи админку просто, и все. Да осталось две ачивки или три сделать. Почему сейчас эти все? Я не знаю, что хуй знает, сколько ачивок осталось. Мы бы сделали уже с два раза все. Что с товаром делать, блядь? Чё? Я тебе резать не буду больше. Я когда? Ну, поэтому я не буду. Ебать! Вы дохните-то, а? Отдыхание. Вы напуливаете там на танк, это, блин. Твинк у нас в гильдии, мейн в легендах. Этот в Зелостиме. Шлюшка.